говорится, да. Говорил тебе, Палыч, купи машину. Сейчас на ней ездили. Да на какие шиши? Ну все, лес кончился. Пошли домой. Там проще есть. Там подосиновики должны быть. Смотаемся и поедем. Нет, брат, вы как хотите, я домой. Профессор, ты хочешь домой? Нет, не хочу. И я не хочу. Так что, Павлович, мы тебя не отпускаем. Пошли. Да подождите. Что значит не отпускаем? Вы хотите собирать грибы, так? Ну и собирайте. А я не хочу. Ну не хочешь, не собирай, так походи. Идем. Василий Игнатьевич, я же сказал, что не хочу собирать грибы. А вы даже не реагируете, как будто меня здесь нет. Палыч, ты в компанию пришел? В компанию уйдешь? Пошли, Биль. Ну пошли, пошли. Стойте! Василий Игнатьевич, вот вы волевой, цельный человек. Вы, Бил, тоже волевой и цельный. Но я тоже волевой и цельный человек, и меня голыми руками не возьмешь. Я прошу вас привыкнуть к этой мысли. Счастливо оставаться. Очень быстро, я не понял.